Здравствуйте, мои хорошие! Все, кто смотрел до конца последнее видео, наверняка помнят, что Роксана хотела устроить небольшую экскурсию по комплексу мистера Рубио, но неподконтрольные внешние факторы помешали ей это сделать. You piece of shit. А посему Роксана решила наверстать упущенное сейчас. Ладно, пора спешить, все расскажу по дороге. Как утверждает Павел, судя по данным со спутника, на острове Тишь и Гладь. Как выяснилось, охрану мистер Рубио вовсе не уволил, а в связи с каким-то неизвестным для нас событием, напротив, на радости выдал премиальные. Совсем нетрудно догадаться, что получив неожиданную премию, сотрудники безопасности решили это дело как следует отметить, в связи с чем обстановка на острове располагает к тому, чтобы туда внедриться и довести нашу экскурсию до конца. Вау! Цвет настроения синий. О такой охране острова можно только мечтать. Хорошо повеселиться, парни. Ну что же, за дело. Начнем с самого начала. Самая первая достопримечательность комплекса – герб, венчающий главные ворота. Надпись на немецком языке гласит «С распростертыми объятиями». Надо отдать должное гостеприимству доброй половины души мистера Рубио. С правой стороны от главного входа расположены клетки. В одной из них находится питомец мистера Рубио, а в клетке напротив иногда сидит English Dave. Если не видели расследование Роксаны по этому поводу, подсказочка в правом верхнем углу. Левее от главных ворот расположена дорожка, ведущая к центру комплекса. Арку над ней тоже венчает герб. Кстати, надпись на гербе символизирует гостеприимство. Однако рука, сжимающая змею, амбивалентный символ. Змея символизирует мудрость, священное животное античной богини мудрости Афины Минервы. Женская сущность этого символа – живучесть, бессмертие, целительные силы. Змея служила эмблемой греческого бога врачевания Асклепия, плодородие, домашний очаг. Однако мистер Рубио, как нетрудно догадаться, мужчина. Мужское же значение этой эмблемы – коварство, зло и двуличие, красноречиво намекает на то, ху из мистер Рубио. Если пройти еще левее через сад и спуститься по лестнице, можно найти третий герб, выполненный аналогично гербу на главных воротах. А теперь давайте пройдем в южную часть комплекса, к балкону над утесом, с которого открывается шикарнейший вид. Тихо. Похоже, что на балкон мы не пойдем.
По ходу дела мистер Рубио устроил пикничок с диджеями, Дэйвом и еще какими-то девицами. Празднуют узким кругом, не на пляже, значит, повод не для широкой огласки. И, похоже, по этому же поводу даже охрану споили. Надо взобраться на телевышку и ломануть камеры. Роксана подозревает, что у мистера Рубио для нас что-то есть. Наверняка что-то особенное. Айда, мистер Рубио. Айда, сукин кот. Такого в его хранилище нам еще ни разу не попадалось. Теперь дело за малым. Тщательно спланировать операцию и собрать все необходимое снаряжение. Но это мы быстро. Вкусившая горячительного охрана была как никогда кстати. Упс, кому-то сейчас попадет. Вот такие вот дела. Наша экскурсия в результате превратилась в быструю разведку. Изначально Роксана запланировала десантирование, но после отказалась от этой затеи и выбрала более безопасный способ проникновения. Кстати, если кто-то еще не пробовал, униформа охраны во время разведки не работает. Роксана в этом убедилась лично, вернувшись на остров, для того, чтобы помимо главной цели разыскать еще немного кокса. Павел был настолько воодушевлен, что решил лично принять участие в операции, но издалека, наблюдая за процессом в бинокль. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, поехали! Thank you.
я есть Крут.